Слава была. С вами Драконда. Вы продолжаете проходить Хоббит Скэнс Ремейстер. По Ведьмаку. По красавчикам Ведьмаку сделал такую крутую игру. А, блин. Как вы помните, в прошлой серии... Кстати, по-моему, он на русском языке, да? Ну, конечно, совершенно. You have. Fuck. Пасхалка, ребят. И на самом деле пасхалка теперь здесь, вот это. Попробую сфотографировать. Пасхалка. И, конечно, да, блин. Короче, не буду тратить энергию. О, Синя ушла. А, и Кэнди, буди-буди-буди, да-да-да, чё вы такие жестокие, парни? Парни. Так. О, Честер вылез. Честер полез. Знаете? Честер. А где вот Кэнди? А Синди вот, блин. То есть Кэнди пойдет сейчас слева, Синди справа. То есть на меня сейчас польется атака из двух парней. Ну, как бы не из парней, просто из котов. Вот эта вот тварь, вот эта вот, Синди. Меня убила в прошлой серии. Знаете, просто пикни надо. А где Кэнди? А чё, Честер уже, блин, полез? О! Скоро будет так. Так, ну что такое, я не знаю. Ага, я ждал тебя, Синди. Честер что тут? Пингвин. Ага, здорово. Блин, с курсор, конечно, баганный, как обычно все. Да. Это бесит, что курсор баганный. А, нет. Я думал, все на месте. На самом деле, не, никуда. А Гиппин? Пороро, пингвин пороро. Так. Обезьянник где? А вот обезьянник. Ну, с 2 часа ночи я что-то, блин, много энергии трачу. Это мой стресс. Больше пингвинина придет. Пороро придет сейчас. Как бы это не пороро. Обезьянка двигается очень медленно. Это, кстати, заметно. И курсор не баганный, когда мониторишь камеры. О! Подойдет. Кэнди
Сейчас пойдет вот через сюда. Ок, ок. Сюда пойдет. Так. Скоро Кэнди подойдет. Кэнди уже на подходе. Что это за звуки такие? Он меня напрягает. Сколько времени? 4 минуты. 4 утра. Так, никто не выходит, потому что кто ближе всех к двери? Кто сейчас ближе всех к двери Синди? Ну, я не знаю. Сейчас либо пингвин, либо Синди. Они ходят с правой стороны, поэтому я это уже все запомнила, ребят. Поэтому я так круто играю в Кэнди. Просто я уже прошел обычную Кэнди, правда, проходил это не на записи. Но я играл очень круто, поверьте мне, дорогие друзья. Так. Что-то очень... Нет, Синди... Вот сейчас Синди придет. Будем ждать Синди. Так, только не говорите, что сейчас подойдет Честер, вот сюда вот подойдет. И вот момент идет Синди. Если так будет, то все, ну хана. Гамбургер. Слушайте, ребят, я видел один прикол американский. Угадай аниматроника из FNAF по глазу. И вот что. И там, когда Фреддера надо было угадать, я его угадал. И после этого там говорили, то, что не кош... они там говорили не кошмарный Фреддер, они говорили кошмарный гамбургер. О. Честер на походе. Открой ты уже чертов планшет. Да, отлично. Мы это прошли. Идеально. Сейчас попробую еще третью ночь пройти. Но я не знаю, получится нет. Погнали. Третью ночь. Ты сразу запускаешься. И сейчас будет... И сейчас пойдет настоящая жара. Давайте перед этим активируем штуку. Синяя ушла, она тут. Что здесь требовалось ожидать? Кот еще не включен. Иди сюда, Кэнди уже ушел, ничего себе. Парни, вы что, сейчас будете всей, всей толпой на меня идти, блин, паровозиком вот так вот. Вы точно меня этого хотите потом... Сейчас прожил на походе. Не.
не знаю. Придет ли он или нет. Пришел. Меня сейчас убьют. Да? Меня сейчас убьют. Да, ребят, давайте еще раз попробуем ее пройти. Что за фигня? Почему он до сих пор там стоял? Да он. Я вот сейчас это честно не понял, честно говоря. Я уже долго. Вот так вот. Так. Кот, надеюсь, сейчас выйдет. Я хочу смотреть на кота. Бургер, здорово. Можно тебя схавать? Пожалуйста. О, тут, да, а вот. О, а не, 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 так, ну она ж, ну, сейчас вот эта тварь придет. Конечно, я этого не хочу. Потому что я не хочу в костюме выживать. Ты пойдешь? Так. Так. Опа! Это спалил. Что? Когда он успел уйти? Сейчас меня убьют. А, такой этот. Только скример странный. Раньше был по прикольно. Вот, сидите. Чё, ребят, давайте... Ещё раз. Блин, на третьей ночи сейчас жесть будет. Я вообще... Пасхалка! Я отвечаю, здесь была пасхалка только что. Обезьянник уже полез, да? Как он так быстро-то успел это все сделать? Ребят, я и вот в прошлый раз... Капец, он такой быстро оказывается. Ого! Ого-го! Че себе? Че, парни, че вы такие сегодня такие опасненькие? Вот главное, блин... Скоро вот этот маленький идиотик. Ой, ты уже за... А, ты еще тут? Пошел, да. Да. Ребят, надо быть теперь поосторожнее с пятой камерой. Я... В первой части, ребят, я боюсь. Вот в обычной Кэнди, начиная с третьей ночи, боялся случайно включить пятую камеру, потому что бланк...
только со мной. Лучше была пасхалка, я видел. Так, пацаны, пасхалки. Опа! Включился. Опа! У нас сразу двойная порция аниматроников. О, здорово, пингвин. Ага! Я понял тактику. Пока я не обращаю внимания на Бланка, он тогда в то время включается. Начинает бить жестко, так и так. То есть он ускоряется, когда я на него не смотрю. Он становится быстрее, когда я переключаю на него смотреть. Поэтому за ним надо больше много следить. Все, я понял тактику, ребят. Так, на походе сейчас пингвиненок, пороро. А Блан включился в это время уже. Вот я не вижу олдкоин. Ну что, сейчас шимпанзе придет. Бланк еще не включил. Опа, Бланк встал. Он не только повернулся, он встал даже. Давай, Бланк. Мало процентов. Может, как это сделать? Он полез. Это какой-то Кэнди. Сколько времени подойдет ко мне? Молочка у нас. Здорово. Молока нету. Я сказал, нету молока. Так, Бланк выключен, поэтому на пятую камеру можно стрелять. Так, на подходе никого пока что. Я не вижу. Вроде и живем. 5 утра. 42% норм, в принципе, норм. Так, Бланка. Чекаем Бланка. Вот. Бланк встал. Значит, скоро будет атака. Пингвин на подходе. Входи, копка. Да, пингвин на подходе. Ё-моё, что происходит у меня на экране? Ну, ребят, где Олд Кэнди? Я этого не понимаю.
Моя твоя, не понимаю, куда делся вот Кэнди. Отлично, мы прошли эту ночь. Ребят, надеюсь, вам понравился этот видос. Всем пока!